происходило. Танечка, как ты там? Я? Ну, как-то. Не могу точно сказать, как. Ну, на адреналине. Да. Еще бы. Я львов не смотрю. Влад обычно не смотрит. Я сам тут на адреналине. Не хочется быть вместо мяса, понимаешь, что увидели. Работа. Его, к сожалению, не сидел. Много взял. У девочки большой. Потом поделится. Где я, где поделится? Хочет, наверное, предложить попробовать свой кусок мяса. Поделиться решил с Татьяной. Так. Сегодня примерно так же рычали слонихи, да? Грубый век, грубые нравы. Чужой кусок вкуснее. Вон же лежит еще кусок. А там попробуй возьми, там Марсель лежит. Вон еще один лежит. Найду. Хороший пляшек такой. Но не успел. Друзья, хочу обратить внимание на гриву. Значит, чем гуще грива у льва, чем длиннее и чем темнее, тем более авторитетным и сильным считается лев. Именно объем и цвет гривы
бывают уже старые взрослые львы с такой шоколадной гривой, с темной, темно-коричневой, которая свисает практически до пола. И те львы превосходят и по силе своих конкурентов. Влад, бесстрашная женщина, ваша супруга. В саванне, рядом с львами. Причем передает приветы. Влад замер, не отвечает. Но, друзья, вы знаете, какая... Потерял дар речи Влад. Но машина поехала. В принципе, можно уже передохнуть. Тягает, тягает. Куски мяса. Вот куда там свиньи делись. А вот еще пришел отжиматель. Еще один, да? Идет. Да, у меня как-то там...